считает, что штрафовать геев за пропаганду гомосексуализма среди подростков мало. Зарывать в землю или сжигать как непригодные для продолжения чьей-либо жизни. Я считаю неприемлемым кричать «я» для гей где-то в другом месте, где тебя не готовы слышать. Но это нужно иметь мозг. Поэтому очень много таких историй. Избиения, преследования. Оглянуться по сторонам и посмотреть, где ты живешь, во-первых. А уже потом, если мозги позволяют, решить, будешь ты кричать об этом или нет. Говорить о том, что ты не такой, как все. Все мы разные, у всех истории разные. Нас не любят не таких, как все. Coming soon to video on demand.